Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Михаил Балынец, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины. Здравствуйте. Доброго дня. Вот буквально сегодня несколько сотен человек под флагами разных политических партий, политических сил пикетовали Верховную Раду Украины с требованием отставки правительства. Вот как это было. А на веревку ты что разреши? Мало. Яценюка, у відставку! Уряд Яценюка, у відставку! Уряд Яценюка, у відставку! Ми вимагаємо, депутати! Негайно! Ми стоїмо під цими стінами Верховної Ради і вимагаємо негайної відставки цього антинародного уряду. Уряду барих і зрадників. Слава Україні! Тут різні галузеві профспілки вийшли сьогодні під Верховну Раду, тому що багато вимог від рядових працівників, трудящих, які, на жаль, з кожним днем робочим уряду не покращують своє життя, навпаки, погіршуються. Для Яценюка! У нас сама весела нація в мире. Революція продовжується! Ну, вы тоже были под стенами Верховной Рады, однако вот если там в основном митингующие были за отставку всего правительства, вы настаиваете, именно ваш профсоюз настаивает на отставку непосредственно Демчишина. Почему именно вот этого министра, а не всего правительства в целом? Я акцентировал особое внимание в своем выступлении на необходимости отставки министра энергетики и угля Демчишина, который развалил весь топливно-энергетический комплекс. Мы не подготовлены к зиме. И я, как профессионал, как энергетик, должен был объяснить этот вопрос. Я также поддержал митингующих и сказал, что независимые профсоюзы поддерживают тему отставки всего правительства. Ну вот, есть конкретные претензии господина Демчишина по поводу задолженности по зарплате. Вот какая задолженность на данный момент, по вашим данным, да? И что говорит господин министр по этому? Задолженность на предприятиях угольной промышленности составляет 730 миллионов гривен. И когда один из народных депутатов, это Владимир Гусак, задал вопрос премьер-министру, можно ли погасить задолженность по заработной плате и что необходимо сделать, чтобы впредь такую задолженность не допускать? Премьер объяснил, что будет выделено до конца года 300 миллионов гривен, и вся задолженность будет погашена. Я так понимаю, что министр Демчишин не информирует премьера об истинной задолженности по заработной плате, потому что если 730 есть задолженность, да, то 300 миллионов не покроют. И к концу декабря еще задолженность вырастет на 300 миллионов гривен. А в январе еще вырастет на 300 миллионов. Поэтому нужны комплексные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию в угольной промышленности и в целом в энергетике. Потому что вот мы просчитали, что контракты, к которым имеет отношение Демчишин на поставку электроэнергии с России, приведут к концу года к убыткам на 2,6 миллиарда гривен. В целом по энергетике. Представляете? 2,6 миллиарда гривен. А нельзя ли было направить часть этих денег на погашение задолженности по заработной плате? Это государственные шахты или это частные шахты? Это вся энергетика потерпит такие убытки. А покроем эти убытки за счет повышенных тарифов на электроэнергию и коммунальные платежи. Я имею в виду вот эти 730 миллионов, да, гривен, которые задолжали. Это государственные шахты. Это только государственные. Только государственные шахты. Только государственные. На частных шахтах нет задолженности. Министр, он в целом считает, что он руководитель государственных шахт. Ну вот удивительно, когда Гусак в очень корректной форме задал этот вопрос, получил неполный ответ. После этого министр обвинил профсоюзы, что нам лучше бы вместе с шахтерами пикетировать скоррумпированных директоров, которые повинны в образовавшейся этой задолженности по заработной плате. Так сам министр Демчишин назначил этих коррумпированных директоров.
Он, например, назначил господина Сливу министром генеральным директором Луганцугля и назначил ему зарплату, сам Демчишин. В то же время господин Слива является заместителем министра угольной промышленности ЛНР. Мы сколько поднимаем вопрос, это все непробиваемо. То есть он и там, и там работает? Да, поэтому я сегодня также в письменной форме ответил Демчишину, что он, кроме скоррумпированных директоров на руководство угольных предприятий, также назначил смотрящих над каждым объединением, над каждой там, учреждением подчиненных угольной промышленности. И он сам ходит под смотрящими. А кто главный смотрящий в энергетике в Украине? В угольной промышленности Трегубенко, народный депутат блока БПП, президент Порошенко. Он главный смотрящий? Да, назначил смотрящего над Демчишиным. То есть лично Порошенко назначил смотрящего над Демчишиным? Так. А Кононенко главный смотрящий над энергетикой, в том числе над Трегубенко. Пусть министр это расскажет. И когда он понесет персональную ответственность за то, что он повинен в развале всей отрасли. Да, вот я просто, чтобы так немного отойти от шока, раз, два, три, отошли, и теперь по порядку. Порошенко, то есть с ваших слов, он поставил некого Трегубенко, правильно? На угольную промышленность. Смотрящим по угольной промышленности. Это депутат от БПП, да? Да. БПП. Это по углю. Так. Уголь. А Кононенко тут... Кононенко смотрящий над всем энергетическим сектором. То есть, окей. Но есть, еще ниже Порошенко, но выше Трегубенко, Кононенко. Так, верно. Это тоже депутат от фракции потом, БПП. Потом сам Демчишин привел около 50 смотрящих. Ну, Трегубенко привел Демчишина. Или как? Или кто привел Демчишина тогда? Нет. Григоришин и Порошенко. Григоришин и Порошенко. Ага. Потом был назначен смотрящий. Да. Григоришин и Порошенко назначают Демчишина. Но предложили правительству и ну да, предложили правительство и утвердило парламент. Ну да. То есть все... Да. Окей. И у Демчишина, в свою очередь, есть около 50 смотрящих. 50? Около 50. 50 своих. И часть из них он не смог устроить министерство, они не прошли спецпроверку. Угу. Вот сейчас он одного из этих... То есть это на каждую шахту, на каждое предприятие это вот посмотришь? Ну, распределил их и по каждому сектору, на каждый департамент, управление. Ну, например, есть такой Александр Крюк. У него высшее образование, он переводчик с немецкого языка. Работал в финансовых структурах в российском Сбербанке. Угу. Крюк. Сейчас Демчишин своим приказом 2 декабря назначил Александра Крюка. Крюка или Крюка? Крю. Сью. Крюк. Сью Крюка. Да. Александра Крюка назначил на практику с последующим заниманием должности руководителя угольного департамента и торфяной промышленности. Переводчика с немецкого языка он много раз пытается назначить на должность руководителя департамента по угольной промышленности. Так? Угу. Вот. И сам Крюк сейчас сыграл тоже разрушительную роль по развалу угольной промышленности. Он является советником на общественных началах у Демчишина. Угу. И, по сути, руководит угольной промышленностью. Потом дальше есть такой Андрей Венгрин. Андрей Венгрин. Угу. Который играет, тоже смотрящий, тоже советник на общественных началах. Занимает они кабинеты руководителей департаментов в министерстве, в государстве. Независимый профсоюз горняков Украины писал обращение руководителю президента Украины, премьер-министру, министру внутренних дел, руководителю СБУ Украины, генеральному прокурору, чтобы они разобрались по поводу этих смотрящих, их роли, место и какую шкоду принятые ими решения нанесли государству. Мы ни разу не получили ответа. Поэтому независимый профсоюз горняков 24-25 ноября в Киеве провел свое заседание, пригласил министра, его представителей. Они проигнорировали наше заседание. И тогда было принято решение провести предупредительную забастовку 10 декабря. Это даже не была забастовка, это была акция протеста, предупредительная.
мы провели посменные собрания, где можно было провели уличные митинги. Для того, чтобы обратить внимание на эту ситуацию. Закончилось тем, что, например, в Доброполе выступил наш один из председателей, Владимир Сушицкий, афганец, который очень много сделал для того, чтобы не допустить сепаратизма в Добропольском районе Донецкой области. Угу. По ночам вместе с шахтерами организовывали патрулирование. Это Доброполь-Уголь, в Доброполе-Угле, но да. Это ДТЭК Доброполь, то есть это компания, да, Ахметова. Да, компания ДТЭК. Он выступил и... обратился к митингующим, что давайте скажем правительству нет и не допустим принятия рабского трудового кодекса. Угу. После этого получил звонок от СБУ явиться туда на воспитание в СБУ. Я сказал, нечего туда идти. Мы к ним обращаемся по вопросам коррупции, сокращения рабочих мест и все прочее. Угу. А они не реагируют, в то же время пытаются преследовать наших лидеров. Сказал, любезно объясните такому горе-руководителю государственной службы, чтобы он пришел на правком, вы ему расскажете, где есть коррупция, с какими бедами, проблемами сталкиваются шахтеры, и все. А вчера работники еще одного подконтрольного министру предприятия и «Жовтых вод», угу, по добыче железной руды и марганца, перекрывали дорогу Днепропетровск-Киев. Они ходили по зебре, по дорожному переходу. Ну, да. К ним присоединились работники Вольногорского ГОКа. Предприятие частично принадлежит государству. Угу. Одна часть карьера, другая часть принадлежит известному олигарху Фирташу. Угу. Кроме того, шахтеры Львовугля из Червонограда провели посменные собрания и пикетировали Львовскую обладминистрацию. Угу. Шахтеры Волыни вчера провели посменные собрания в четырех сменах на четырех шахтах. Сегодня выехали и провели пикетирование таможенного перехода Ягодин авто. Угу. Около 300 шахтеров. И я вчера интересовался, спрашивал, ребята, а если заблокируют автобусы, которые вы проплатили и на которые гарнизон должны поехать, что вы будете делать? Они сказали, пойдем пешком. Какое расстояние? 100 километров. Угу. Люди очень решительно настроены. И пикетирование проводилось с 11 до 15 часов. Угу. То есть час? Нет, не час. С 11? До 15. До 15 4 часов. Часа, да. 4 часа проводилось пикетирование. Конечно, это не очень приятная процедура, потому что там и инвалиды ехали, которых надо было пропустить. И если в транспорте были дети, то, угу, естественно, нельзя было задерживать спецтранспорт и так далее. Шахтеры берут на себя ответственность. И в связи с развалом всей отрасли нам становится понятно, что как в 90-х годах шахтеры брали на себя ответственность в результате развала угольной промышленности и обворовывания шахт, так и сейчас, угу, надо брать. Но вот сколько на себя сейчас работают в угольной отрасли и сколько могут потерять работу человека? Потому что вы говорите, развал угольной отрасли. Вот мне интересно, какие. Смотрите, могут быть мы говорим масштабы об предприятиях государственной сферы. 49 тысяч работает непосредственно на шахтах, плюс инфраструктура. Это примерно 70 тысяч работников. А надо еще учитывать частные шахты. Угу. Потому что действия Демчишина и правительства являются разрушительными для всего топно-артистского комплекса. И возвращаемся к контрактам на поставку электроэнергии из России. Да, подождите, по поводу электроэнергии, потому что там вы про Крым тоже сказали, просто хочу, чтобы вы это комплексно сказали. Я по поводу вот этой пирамиды, да, там от Порошенко через Кононенко к Трегубенко, дальше к Демчишину, у которого своих 50 смотрящих. Так Демчишин является членом правительства. Яценюк, да, должен нести ответственность, прямую ответственность за то, что наверное, в его правительстве. Да. Какой оборот? Вы не подсчитывали? То есть, они поставили, что они воруют деньги у государства? То есть у государства? Государственные предприятия не воруют деньги у государства и шахтеров. Это же недоплаченные зарплаты. И сколько? Вы же, наверное, подсчитывали. Я точно не могу сказать. Это все-таки должны расследование провести миллионов. Антикоррупционное бюро, генеральная прокуратура. Но вы будете подавать? Потому что то, что вы сказали... Мы регулярно подаем. То есть, уже... Мы получаем ответ. Смотрите, уже начало работать Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Ну как был, отметила? Ну, уже начали. Декларации делают, да. Ну да, ну уже можно, по крайней мере, к ним приходить и обращаться. Да. Тут, ну, вот, например, Саакашвили так сделал. Да? Вот да. Мы так сделаем. Да, да, но у него тоже схема, но у него во главе схемы Арсений Петрович Яценюк. Да, то, что по, у вас получается президент. А мы говорим о том, что эти схемы имеют две головы. Двуголовые, да, схемы. Да, то есть и президент, и премьера, сбивается, а вторая не сбивается. А кто эти головы? А мы называем Трегубенко с БПП, мы называем Кононенко, и мы говорим, что Порошенко, Демчишин вышел из семейного бизнеса президента и бизнеса Григорышина. Ага. Ну, то есть, вы, грубо говоря, говорите, что вот в этой коррупционной пирамиде глава – это президент Украины. Ну, если он назначал этих, ну, Трегубенко. Президент имеет отношение к этой пирамиде. Имеет как отношение. Имеет отношение. А кто ее возглавляет? Мы писали президенту и указывали, какое состояние в угольной промышленности. Ответа не получили. Ответа не получили. Да. То есть президент знает. То есть вы не можете утверждать, что он ее возглавляет, но вы говорите, что он в курсе этих событий. И что есть там некий там... Должен быть в курсе. Должен быть, потому что есть... Потому что мы ведем публичные эфиры. Угу. Ну, вы говорите, и что смотрящий Кононенко по всей энергетике, да. По углю Трегубенко. Я уверен, что президент уже знает. Иначе зачем меня внесли в черный список? И есть средства информации подконтрольные власти, олигархам, где запрещено, чтобы они освещали деятельность независимых профсоюзов, в том числе не брали у меня интервью, а если что-то выдавали, то негатив. Ну, серьезная схема, просто, ну, такие фамилии, тем более, что Кононенко буквально... промышленность. Ну, это большие деньги, но буквально на этой неделе господин Кононенко заявил, что он будет подавать в суд на всех, кто его обвиняют без доказательств. Я надеюсь, что у вас они есть, иначе... Вы знаете, что сегодня шахтеры сказали с Волыни? Они сказали, мы все равно выловим Демчишина, посадим вагонетку, отвезем ее на банку и к президенту. Ну, он часто здесь, он тоже же министерство, можно и без этого. Смотрите, вы мне до эфира показали законопроект, который касается мирных собраний. Да. Вот, если можете сказать, кто авторы этого законопроекта, да, потому что он еще не принят, но он уже на рассмотрении какого-то комитета, правильно? Авторами являются в основном очень уважаемые люди. Угу. Вот, например, Григорий Немиров. Все мы ему должны говорить только спасибо за его заслуги. Джемилев. Абсолютно уважаемый человек и честный, порядочный. Дальше называю. Ирина Луценко, жена Юры Луценко. Черненко Александр, бывший руководитель комитета избирателей Украины. Да. Уважаемый человек. Емец, народный депутат, да, сын знаменитого покойного депутата Емца. Лавинский. Да, сын, Лавинский занимается Крымом. Уважаемый человек. Юрий Мирошниченко, ОПО-блока. Ионова. Ивченко. Кубив Степан, представитель президента в Верховном Совете. Александр Фельдман. Суслова и Попов. Угу. Так? Мы проанализировали в Конфедерации свободных профсоюзов содержание этого законопроекта. Он направлен на то, чтобы создать максимум трудностей, чтобы не было больше пикетов, чтобы они не проводились, чтобы больше никого не беспокоили. А в чем там именно? В чем изюминка? Да. Ну, например, вот мы боремся против принятия нового трудового кодекса или в связи с невыплатой заработной, или в связи с формированием несправедливого бюджета, где страдают чернобыльцы, пенсионеры, ветераны войны, шахтеры, их дети и многие-многие все категории населения нашей страны. И мы понимаем, что нас несколько раз продрессировали, мы собирались, организованно проводили акции, а законопроекты приносили на рассмотрение парламента, да. И в очередной раз опять мы вечером узнаем, что завтра будут рассматривать трудовой кодекс, рабский трудовой кодекс. Мы берем 5 знамен, подаем заявку. К нам присоединяется еще 10 человек, мы выходим пикетировать Верховный Совет. Теперь надо подать заявку не меньше, чем за 48 часов, получить разрешение. Если не получили разрешение, не имеем права выходить. Суд имеет право отменить запретить проведение акции протеста. Потому что вас стало больше. Да. Тут предлагается, что должны провести консультации, там, посоветоваться и так далее. Мы можем советоваться до конца своей жизни, и мы не сможем провести акции и проявить свою волю. Мы проанализировали международные нормы, стандарты, и видим, что международное право
сфере прав людей предусматривает свободное право граждан выйти и выразить свою волю. Здесь ясно, что предусмотрено нарушение всех норм и стандартов. Вот здесь мы специально посчитали, в законопроекте 48 раз есть запрещение. 48 раз. Но вы общались с авторами этого законопроекта? Мы еще не успели. Мы когда увидели, это был шок. Это был шок. Я понимаю, какой номер этого законопроекта? Ну, что я понимаю, что Немиря этого не читал. Я понимаю, что это через грандоедов все это подавалось, но близкие к власти БПП грандоеды. Я знаю их имена. Не место сейчас и не время называть в эфире. Какой номер законопроекта? Просто чтобы его проанализировать. Номер 3587. 35. Да. 87. Мы просим граждан Украины ознакомиться с тем анализом, что мы сделали. В первую очередь прочитать проект, дать свои замечания, предложения, потому что мы подали краткий анализ для того, чтобы люди смогли выловить самое главное и посмотреть, где зарыта собака и в чем суть. Смотрите, по поводу этого, это было важно просто подчеркнуть, учитывая, что сегодня были пикеты. Ну, об этом еще не говорилось. Об этом еще не говорилось, впервые мы об этом говорим. Вот по поводу вот министра Демчишина, ну и не только. На самом деле, вот многие обвиняют лично вас, в том числе, в том, что вы играете на руку Ринату Ахметову, если вообще не являетесь его агентом. Потому что акции шахтеров, которые были еще, если не ошибаюсь, этим летом, правильно? Были. Были. Да, там были, присутствовали шахтеры как государственных шахт, так и частных шахт, непосредственно господина Ахметова, ДИТЭК. Но если есть проблемы у шахтеров ДИТЭК, первому, к которому они должны идти, это господин Ахметов, а не к президенту, например, как было. Да? Так Демчишин сегодня заявил. Да, ну вот это я просто ретранслирую. Да. Ну, и вас тоже обвиняют, что вы, вот, что вам и почти что руководит господин Ахметов, то есть олигарх Ахметов вами руководит. Что вы отвечаете на подобные заявления? Знаете, если сейчас говорить, какие у нас отношения с ДТЭК и Мединвест, компании крупные, которые принадлежат Ахметову, то у нас не хватит эфира рассказывать, насколько это сложные и конфликтные взаимоотношения. И они с многими компаниями, и российскими компаниями, например, у нас очень сложные отношения на шахте «Сухая балка» с Евраз холдингом. У нас есть сложные отношения «Металл Стил» в Кривом Роге и с другими предприятиями. Если хотите поговорить об этом, давайте об этом сделаем специальную передачу. Можно будет сделать. Мы заинтересованы в этом сделать. Нет, с удовольствием сделаем. Потому что тогда надо вернуться к тому, а как и кто воровал моего сына и объявили, что он погиб по пьяной лавочке, что моя семья жила год за рубежом, и 10 стран предлагали убежище и все прочее. И мы, я не думаю, что сейчас я должен акцентировать внимание именно на этом вопросе, если мы сегодня говорим, что шахтерам не выплачена зарплата. Да, нет, если просто... мы видим, что Демчишин повинен в заключении контракта с представителями страны-агрессора и нанесен огромный ущерб экономике страны, и за этим последует развал всей экономики, и, не дай Боже, еще развалится вся энергосистема, то давайте об этом говорить. Если вы хотите меня повернуть к тому, что я должен мстить за многие неприятности, причиненные там мне, моей семье и все прочее, я, наверное, не об этом сейчас должен говорить. Нет, смотрите, Михаил, что... дело не вместе. Дело в том, что есть заявление, это даже не заявление, обвинение в ваш адрес, что вы играете на руку Ахметова. Больше не в чем меня обвинить. Ну, больше не в чем. Ну, вот я ж, ну, есть если такие хотите, мнения, да. Я с чего хочу, начались чтобы вы ответите. Обвинения? С чего начались обвинения? Шахтерам не платили зарплату. Да. И много проблем в отрасли. Покупали электроэнергию в России по 85 копеек в январе, а продавали в Крым по 72. Все затраты отнесли и убытки на нашу тепловую генерацию. И с ними не рассчитались. Генерация не рассчиталась шахтерами. У меня высшее образование, как и у многих шахтеров, поэтому мы здесь разобрались. И когда мы провели съезд, и правительство нас проигнорировало, и шахтеры государственных шахт в основном, которым не только не платили зарплату, взносы не причисляли, им не за что было оставаться, и они уезжали. На мою просьбу оставались в Киеве организации профсоюзные, где в коллективах вовремя выплачивалась заработная плата,
в два раза выше заработная плата, угу. вовремя перечислялись деньги на культурно-массовую работу и членские взносы. У нас есть дисциплина профсоюзная. Если бы это были западные профсоюзы, они бы тут сделали такой фейерверк, мало не показалось бы власти. У нас не было забастовочного фонда, угу. у нас не было средств для того, чтобы здесь все-таки удержаться и показать власти, что не надо врать, и разобраться всем вместе, всем вместе, что власть имеет возможность через средства информации под контролем очернить, но потом никто и не извинился. Вы же знаете, что после этого съезда возбудили уголовное дело, и меня 1.5 часов допрашивали, синхронно допрашивали всех наших председателей. Потом 3 сентября закрыли уголовное дело, и никто не извинился. Угу. Об этом надо говорить, об этом люди знали, надо. Должны знать, потому что Черноморка может вот так открыто показать в прямом эфире. А кто еще может? Может быть, Савик Шустер, да? Ну да. Еще кто-то. Из-за этого его все. И закрывают. Нас пока нет. Я возможно, не прав, когда я говорю все. Есть еще интернет-издание. Нет, есть интернет-издание, есть другие. Есть новые, но вы говорите, крупные каналы это не показывают. Которых закрывают. Вы обвиняете президента, не обвиняете, вы говорите, что президент причастен к коррупционной пирамиде в энергетике. Конечно, многие каналы президент боятся. Президент несет ответственность за тех людей, которых он выдвигает по своей квоте, и тем более людей семейного бизнеса. По крайней мере, политическую. Мы же демократическая страна. Да. Демократическая. Стараемся. Что делает Трегубенко, преподаватель физкультуры, что он делает в угольной промышленности? Это большой вопрос. Мы с ним с одного города. Смотрите, у нас осталось очень мало времени. Я хочу, чтобы вы рассказали подробно по поводу поставок электроэнергии в оккупированный Крым. Потому что вы как раз об этом говорили, в том числе и на... и пикетирующим Верховную Раду сегодня. Вот расскажите нам тоже, чтобы мы тоже поняли, в чем там суть. Вы знаете, если государство не выполняет те функции, которые нужны, да, и не применило определенные санкции к агрессору, да, и на льготных условиях финансировали вооруженные силы России, которые захватили Крым, так, по льготных условиях, а убытки перенесли на каждого гражданина страны, то вынуждены были реагировать добровольцы, представители правого сектора, татары, на которых было оказано очень огромное давление. Угу. То есть Путин давил на Порошенко, давил на других представителей наших центральной власти. И те, в свою очередь, оказали давление на татар, в первую очередь, на правый сектор. И такое же самое давление было оказано на шахтеров, которые прибыли на съезд шахтеров, которые пытались предотвратить коррупцию. Uh-huh. И которые пытались обратить внимание на проблемы, которые существуют. Если покупается в России уголь в два раза дороже, чем Демчишин реализует уголь с украинских шахт, так, uh-huh. то останавливаются шахты, потому что с ними еще не рассчитали за отгруженный уголь. И зарплату не выплатили. Украинские шахты. Не выплачиваются налоги, не отчисляются деньги, пенсионный фонд, фонды социального страхования. И наши рабочие выбрасываются на улицу. Идет массовое сокращение. Вот, например, Демчишин предусматривает в следующем году закрыть 22 шахты государственные из 35. 22. А я уже слышал другую информацию, что в списке 27 шахт. Из 35? Ну, из 35. Там же большинство находится на оккупированной территории. Я говорю те шахты, которые находятся на территории под контролем украинской власти, государственной. Из 35 шахты. 22 закрыть? Да. Они, потому что они рентабельны. Да, дано указание институтам разработать технико-экономические обоснования на закрытие этих шахт. С профсоюзами никто не консультируется, людей никто не уведомляет. Наплевали на отраслевое генеральное соглашение. Отраслевое соглашение предусматривает, что в случае проведения реструктуризации на предприятии и учреждении, если это влечет к сокращениям массовым, то собственник должен обратиться к профсоюзам и согласовать этот вопрос не позже, чем за 8 месяцев. Если предприятие закрывается, не позже, чем за 12 месяцев. Демчишин сказал, что мы вас засудим, но суды у нас какие? А судьи кто? Мы будем судиться в европейских судах? Но это долго. Так Украина не платит взнос в Европейский суд. Наши обращения наших граждан рассматриваются в последнюю очередь. Угу.
Ну, все же у нас буквально минута, потому что и вас надо тоже отпустить. Вам, у вас сам поезд, если не ошибаюсь. Нет, у меня еще два прямых эфира. Еще два прямых эфира, да. Да, это сложно. Это да. Вот по поводу Крыма. Вы говорите, было два контракта. Один на поставки электроэнергии из России в Украину. Так. Другой контракт, очень скандальный, который вот все обсуждают, он как раз он сейчас на рассмотрении. Оба скандальные. О поставок электроэнергии с Украины в оккупированный Крым. Так. Правильно. Для создания комфортных условий на оккупированной территории. Да. Так, и вот как этот они контракт... связаны, эти два контракта? Вот подписали вот те же самые лица. Угу. Да. Указания выполняли с того же самого центра. Угу. Откуда Демчишин и получает эти указания. Так, первый скандальный чем? Что электроэнергия с России поступала по оккупированной территории. Она там использовалась, а Украина платила в валюте, по предоплате. И вот летом были остановлены блоки тепловых электростанций, не обеспечили электростанции углем. А в это же время в аварийном режиме покупали электроэнергию в России по цене в два раза выше. Угу. У меня вот есть это данные. Это по поводу первого контракта. По гривне 50, по гривне 42 копейки покупали. А так оно стоит 80, да, вы говорите, копеек? Ну, или сколько? Ну, в январе покупали по 85. Когда мы подняли вопросы через средства информации, и Демчишину было несколько неудобно, в феврале было 83 копейки. Потом начали выравнивать цену поставки и в Украину и цену поставки в Крым. То есть вы говорите, что просто чтобы разобраться, и потом должен, правда, вас отпускать. Первый контракт о поставках электроэнергии с России в Украину. По оккупированной территории. Эти сети идут по оккупированной территории, да. Оттуда используется электроэнергия, и в итоге армии. Мы платим мы за то, платим, что не да. потребляем. Это первый скандал. Это первый. А второй его касается Крыма. Да? Ну, он да. априори скандал, потому что там якобы написано, ну не якобы, там, судя по всему, написано в контракте, что это поставляется в Крымский федеральный округ. Ну, само по себе это уже скандально. Но как связан тогда он с первым? Что, у нас были какие-то обязательства о поставке электроэнергии в Крым, которые были, не знаю, предусмотрены там в первом контракте, или не было такого? Там как бы нет прямой связи. Угу. Но условия контракта предусматривали условия, что Украина покупает электроэнергию в России угу. при обязательном условии, что Украина поставляет электроэнергию в Крым. Угу. И Россия имеет право, Россия имеет право самостоятельно корректировать цены. Угу. То есть уже приоритет отдавался России. Угу. И там было предусмотрено, что спорные вопросы разрешаются в Москве. Угу. В российском суде. Самым справедливым. Теперь да? я понимаю да. связь. Вот потом, когда мы подняли эти вопросы, он же Демчишин прятал эти контракты от премьер-министра. Угу. Когда премьер-министр публично на Кабмине обратился к Демчишину предоставить контракты, он, Демчишин, журналистам сказал, какой-то премьерышка будет мне тут говорить, чтобы я ему что-то предоставлял. Я человек президента, я по квоте президента, я буду выполнять то, что мне будет говорить президент. Угу. Вспомните, вспомните. Я просто дословно процитировал то, что говорилось. Угу. Да, вы, конечно, сегодня во многом обвинили президента. Я вам все же советую действительно пойти в Национальное антикоррупционное бюро, потому что если это все правда, ну, надо с этим разбираться, пусть тогда президент или там... Или не президент. А как вы думаете, а бюро, отвечает которое, за это? Где там сотни людей, они должны реагировать и поинтересоваться, обратиться? Если вы им предоставите документы, им будет проще, по крайней мы мере. Мы это делаем. Ну, бюро вот. Еще не направили. Да, вот, ну, вот это как такой вот вы совет знаете, гражданина. Я когда был приглашен на радио «Вести» в прямой эфир, и неожиданно мне поставили вопрос о поставках угля антрацитовой группы из Южноафриканской республики. И я сказал, сколько воруют денег на каждой тонне при этих поставках. Меня вызвали в выходной день в Генеральную прокуратуру и допрашивали. Угу. Ну да, потому что если вы знаете, это может быть ведут дело против подписантов контракта. Именно надо было в выходной день. Ну это другое. Я понял. Это другое дело, да, то, что выходное дело. Ну я вас благодарю, Михаил Волонец, за... В принципе, храбрость, во-первых, да, потому что обвинять президента в причастности к коррупционной пирамиде в энергетике – это дело храбрых.
Так, чтобы знали, мы поддерживаем требования об отставке правительства, да, всего. Правительство... А во главе стоит Яценюк, естественно, Яценюка, чтобы это было все понятно. Угу. Хорошо. Ну, будем ждать, какая будет реакция у правоохранителей на вот эти все ваши обвинения. Я удивлен, что вы так отслеживаете, где я был, что я говорил. Ну, спасибо за такое внимание, за возможности канала. Ну, нужно, потому что это важно. Все, мне уже все говорят, что заканчиваем. Спасибо. Все, благодарю вас еще раз. Оставайтесь с нами.